семья Иваненко. Всем привет. Всем привет. Мы семья Иваненко. Да. Мы хотим с Украины. Мы с Украины, город Житомир. Благодарим миссию. От военных. Избранный народ. За то, что в это нелегкое время вы нас поддержали и помогли нам. Материально, да. Спасибо. 1600 гривен. Да, говори, Солнышко, я тебе... Благодарю за наших военных. Да, благодарим за вашу поддержку, за вашу заботу. Благодарим Бога, прежде всего, за то, что Он нас хранит и открывает ваши сердца для вашей помощи. Благодарим. Шалом. Меня зовут Игорь Ковалев. Я вместе со своей семьей выехали из Мариуполя в связи с боевыми действиями. Сейчас мы пребываем во Львове и благодарны Богу за то, что организация «Избранный народ» так откликнулась на нашу нужду и помогает нам не словами, а на деле. Мы видим эту любовь, которую вы к нам проявляете. Благодарны за то, что вы помогаете нам и с жильем, и с питанием, и с одеждой. Пусть Бог воздаст вам по вашей любви, в мерой наполненной, переполненной, благословит вас, ваши семьи, ваши дома. Да будут хранимы Богом. Мы благодарим Бога за каждого из вас. Пусть Божьим шалом будет в ваших сердцах всегда. Шалом, благословение. Шалом, меня зовут Алексей. Мы выехали из города Мариуполя в связи с начавшейся войной, которая сейчас активна по всей стране. Мы находимся сейчас в городе во Львове вместе со своей семьей. И мы благодарны организации «Избранный народ» за помощь, материальную помощь продуктами, помощь в снятии жилья, помощь в одежде, то, что заботитесь о нас, о беженцах, которые лишились домов, лишились привычного образа жизни. Благодарим вас за вашу любовь к нам, которую действительно вы проявляете на деле. Шалом, благословение всем. Амин. Шалом. Шалом нашей общине «Надежда Израиля». Я хочу подякувати Богу і подякувати хочу пастора нашого Олександра Євгенійовича, який через Господь через нього благословив нас. Спасибо йому. Ви знаєте, що і братам, і сестрам я дякую за молитви ваші, які молилися в той час, Боже. І слава йому, Боже, що він підтримував нас і в молитвах, і своїх дітей він підтримує завжди. І я йому дякую. Спасибо йому, Боже, бо така ситуація була, обнаружили у сусіда 3 снаряди, які не розірвалися. Слава Богу, це тільки Божа любов, милость до нас, яку він проявляє. Я дякую Богу і вам, тому що я не знаю, що було. Ми, звісно, волною у нас постраждали окна, але це слава Богу за все, тому що Господь благословив нас, ми вже все поставили. Дякувати вам і йому, слава Богу. Бог Аврааму, Ісака, Якова, благословений через Йешуа Машіаха. Амен. Амен. Мы хотим сказать спасибо большое, что в это тяжелое время для нашей страны вы не остались равнодушными, и что вы помогаете семьям в Украине, помогаете материально, что вы оказывали помощь нам и другим семьям. Поэтому мы хотим вам сказать спасибо, пусть Всевышний вас благословит, благословит ваши дома, ваши семьи, пусть Всевышний благословит дела рук ваших и приумножит это все. Еще раз вам огромное спасибо за помощь. Шалом Хаверим, сегодня 29 ияра 5782 года. Мы собрались в общине, будем праздновать Рош Ходеш, месяц Силан. Я руководитель общины от Хала Хадаша, город Тернополь. Нашей общине уже пошел 5-й год. Еврейская мессианская община «Новое начало», город Тернополь. И мы, община примерно 30 человек. До войны началась война. Мы с первых дней начали принимать беженцев с Мариуполя, с Харькова, с Киева, с других городов. Часть уехала за границу.
часть по другим городам, Львов, Владимир, Кам'янець-Подільський, в другие регионы. И где-то порядка больше 150 только мариупольских беженцев мы участвовали в логистике. И порядка 40 мариупольцев на данный момент проживает в городе Тернополе на сегодняшний день, ну, в пригороде города Тернополя. На сегодняшний день община насчитывает примерно 70-80 человек, только с тернопольскими и мариупольскими людьми. И мы помогаем. Часть людей живет прямо здесь в общине. Денег мы людей, естественно, не берем. Сами оплачиваем коммунальные услуги. Помогаем с трудоустройством, с питанием. Другие вопросы бытовые решаем. И помогаем в устройстве быта. Хочу сказать огромное спасибо Рабай Барух, Рабай Шоломит за помощь, за спасибо миссии, которая мне представляет, которая помогает нам все в это время. Без вашей помощи, конечно же, бы мы не смогли делать ту всю работу, которую мы сделали и продолжаем делать, помогать беженцам, мессианским верующим, евреям, неевреям, другим, случайным людям помогаем. Ну, конечно же, в основном это Мариупольская община и из Киевской общины Сион у нас были люди, жили, с Харьковской общины. Спасибо большое вам. Хах самех Рош Ходеш Сиван. Шалом. Шалом, меня зовут Александр Милошенко, я являюсь руководителем мессианской общины Бейт Эль-Гибор в Дом Бога Крепкого, мессианской общины Бат Коль, Голос Небес, а также христианской евангельской общины Агапе. Хочу выразить огромную благодарность за ту неоценимую помощь, которую мы встретили от миссии Chosen People Ministries с начала войны. Около 170 человек, в основном это евреи, верующие, неверующие, люди, приближающиеся к осознанию Иешуа, инвалиды, которым мы свидетельствовали, мы помогали также продуктами, помогали материально, перевозили, вывозили с Харькова. И все это, даже десятую часть этой работы мы не смогли бы сделать без вас, без вашей помощи, без вашей финансовой помощи, без ваших молитв. Поэтому огромная благодарность миссии Chosen People Ministry за огромный вклад в становление, развитие, служение и материальной помощи людям, нуждающимся во время войны. Спасибо вам огромное. Шалом, дорогие друзья. Приветствую вас всех любовью Господа нашего Иешуа. Что хотелось бы сказать прекрасный год Шмиты. Я благодарю всех вас за ту великую любовь и верность, которую вы проявляете непосредственно для помощи людей, которые нуждаются в этой помощи. Для всех доноров, которые открыли свои сердца и помогают, отдавая очень ценное. Вот, и помогая всем, кто сегодня служит и тоже делает свой вклад в помощь ситуации, в которой оказалась Украина. Да благословит вас всех Всевышний, и как учит наш Машиах, что мы должны учиться пускать этот хлеб по водам, и вы это делаете успешно. И мы просто преклоняемся пред Господом за вашу милость и за вашу доброту. Сегодня особенно важна такая помощь. Почему? Потому что вроде бы окончилось, как говорится, великое переселение народов. Но вот буквально вчера
этот долгий процесс. И позавчера люди возвращаются не просто с оккупированных территорий, убегают от войны, которая не дала им права эвакуироваться. И они проделывают большие дороги, большие пути через несколько стран для того, чтобы только выехать на территорию без войны. Вот. И буквально вчера 13 человек из города Мариуполь через Россию, через Прибалтику, минуя смерть, приехали. Это все благодаря вам. Потому что без вашей финансовой помощи такие моменты были бы невозможны. Вот. Потому еще раз благодарю Всевышнего за то, что вы так помогаете. Меня зовут Николай Винг. И я рад работать вместе с вами для этой большой и великой цели. Я верю в это. Помогать тем, кто просто в этом нуждается и не может нам ничем отблагодарить. Да, благословит вас всех Господь и брахот вам всем во всех ваших делах. Спасибо за все, за вашу финансовую помощь. Аминь. Шалом, дорогие. Это наша семья. Меня зовут Сергей Пинчук. Моя жена, мама моей жены, Шлома, наш сын. Остальные девочки наши сейчас во время войны находятся в другой стране. Мы действительно благодарим Бога за великую милость, которую мы могли получить от миссии «Избранный народ». Мы получили по 1600 гривен, по 400 гривен на каждого человека. И мы получили два раза, это в общей сумме 3200, слава Богу. И также хочу выразить нашу благодарность всем, кто в этом принимает участие. Потому что у нас в Украине идет война, трудное время, нет работы. И люди, которые поуезжали, теперь потихонечку возвращаются. Вроде и хорошее время, но когда возвращаются, но трудности с работой, нет где заработать средств финансов. Поэтому я благодарю Бога за финансовую поддержку, которую мы получили от этой миссии «Избранный народ». Пусть Господь благословит дело рук ваших. Амин. Амин. Меня зовут Левицкий Петр Станиславович, моя супруга Левицкая Татьяна Болеславовна. Мы проживаем в городе Житомире. С началом войны, вы знаете, начались перебои, но мы видим, что благодаря Господу Богу и вашей миссии «Избранный народ» мы смогли получить эту финансовую поддержку по 800 гривен каждому, которая нам действительно необходима. Благодарим Господа Бога за вас и за ваше открытое сердце. Здравствуйте, наши друзья из Америки. Мы мессианская община ХМБ Эмет. Мы из Херсона вынуждены были уехать, конечно, потому что вы знаете, что у нас сейчас происходят ужасные обстоятельства в городе нашем. Мы, к сожалению, оставили там свои дома, оставили свою работу и, собственно говоря, возможность средства наших существования на данный момент. Поэтому без вашей помощи нам было бы очень сложно. Мы очень благодарны. И не только мы, и те люди, которые, к сожалению, еще остались по обстоятельствам в Херсоне. Которым мы помогаем. Да, эта помощь также приходит и к ним. И поэтому от всей нашей общины Хаим Беэмет мы говорим огромное спасибо нашим друзьям, нашим братьям, да, и сестрам, Божьему народу. За ваше открытое, доброе сердце к нам. Спасибо огромное. Я раввин общины Херсонской ХМБ Эмет, благодарный Божьему народу за помощь, которую вы нам даете. Благодарен не только я, а весь ХМБ Эмет и все эти люди, которые с нами связаны, и нашей семьи. Огромное вам спасибо. Шалом вам. Шалом, Америка. Привет вам из общины ХМБ Эмет Херсонской. Сейчас находимся во Львове. Вот, вынуждены были уехать из Херсона. Жить там сейчас очень печально, грустно и опасно для жизни и здоровья оставаться. Вот. Сейчас находимся в Львовской области. Хотели сказать вам спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку. Вот. И поблагодарить за
ваши молитвы и попросить молиться за нас, за Украину, за то, чтобы эта война закончилась, чтобы все было наконец-то хорошо. Спасибо. Шалом. Шалом всем, дорогая община, миссия «Избранный народ», ее представители. Мы из Мариуполя, меня зовут Юля. Я тоже Юля. Мы в связи с боевыми действиями оставили наш город, остались без жилья, без крова, без средств существования. Мы благодарны вам за вашу помощь, оказанную в нашей судьбе. Благодарны за ваши добрые, отзывчивые сердца. За то, что помогаете нам материально, продуктами, в решении наших жизненных вопросов. Благодарим Господа за вас. Благословляем вас. Барух Ашем. Барух Ашем. Амен. Барух Ашем. Всем шалом, дорогие братья и сестры. Хочу сегодня поблагодарить всех руководителей и членов организации «Избранный народ» за оказываемую нам помощь. Я руководитель мессианской общины из города Мариуполя. Община наша называется Ишуа Машиах. Меня звать Анатолий, фамилия моя Ксенита. Мы 2 марта в связи с боевыми действиями в нашем городе покинули свои дома и эвакуировались на Западную Украину. Наша община, более 100 человек, выехала из разрушенного города Мариуполя. Лишенные домов, многие остались без жилья, естественно, все остались без работы. И благодаря вашей помощи, благодаря вашим добрым сердцам и тем материальным средствам, которые вы регулярно передаете, мы сегодня имеем возможность питаться, арендовать жилье. И весьма благодарны Всевышнему за вас, пускай он вам воздаст во много раз больше, расширит сферы вашего влияния, потому что в данной жизненной ситуации мы являемся теми людьми, которые весьма и весьма благодарны за любую помощь, потому что без помощи, без внешнего влияния нам было бы очень тяжело на данном жизненном этапе. Мы молимся за вас, благодарим Бога Израилева за каждую жертву, за каждый перевод, за каждую молитву. Мы чувствуем это в нашей жизни. Пускай вам Господь это все восполнит и воздаст. Будем благодарить Его и дальше. Будем двигаться. Всем шалом, с наступающим шаббатом. Всем благословений. Амен. Шалом, мене звати Світлана, я ходжу в общину Атхила Хадаша, і це наша друга сім'я, така велика, ну і ми складаємо частину цієї сім'ї, наша сім'я, так як в нас 18 дітей, з них 10 неповнолітніх, а другі діти старші. Хотіла я розказати трошечки про те, як в нас застала війна. І ще хочу з самого початку подякувати за ту допомогу, яку ми від вас отримували. І, можливо, це для вас ну, не стільки значимо, але ми це цінуємо. Ми дякуємо за те, що ви протягнули нам руку допомоги. Ви знаєте, я ніколи не думала, що війна настільки може бути страшна. Особливо, коли є діти. І коли ти бачиш тих дітей, які приїжджають, де були бойові дії. І нас війна, можливо, не застала так прямо, але в нас так само літали ракети, і в нас неприємні повітряні тривоги, які страшать дітей. Перші місяці війни наші діти дуже боялися, тому що нам треба було ховатися, ми були без світла. І... Ну, але ми помаленьку привикаємо жити, хоча наша війна ще не закінчилася. І вона продовжується не менш жорстоко від самого початку. Я через то хочу бути вдячна вам за те, що ви, за ваші золоті руки, які працюють, за ваші серця, які щирі давати своє. І ну, нам потрібно. Я вам дякую, як мама. Як член общини, я вам хочу подякувати і за тих людей, яким ви допомагаєте, і мені особисто.
війна до нас прийшла 24 лютого, а 28-го в нас вже були перші люди. І в нас приїхало 4 машини, було 23 людей, приїхали в наш дім. У нас двохповерховий будинок, ми дитячий будинок сімейного типу. І в нас жило там 12 людей, і приїхало ще 23. І потім іще і через нас, ж наш дім за 2 місяці переїхало, ну, напевно, що понад 100 людей. І вони жили в нас, вони переїжджали, деякі залишилися ще жити, деякі від'їжджають. Ось так у нас все було страшно, і ми мусили переїхати до себе в такий невеличкий, ну, недобудований, скажімо, дім в село, щоб допомогти цим людям. Ну, ми свою якусь частинку вносили роботи, що могли ми зробити. І ще раз і ще раз хочу подякувати, тому що дякуючи вам, ми так само маємо багато і продуктів, і допомоги, якими живуть наші навіть діти, тому що з тими фінансами, які є в нас, ну, дуже важко. Тепер ціни попіднімались на все. Нам важко. А ви нам допомагаєте. Я вам ще раз вдячна. Здравствуйте, я Альона Куликова. Это Юлія Боровицька. Мы из города Мариуполя. Нам пришлось покинуть наш дом из-за того, что начались бойові действия. И мы сейчас находимся в городе Тернополе. Мы вас благодарим, миссия «Избранный народ», за то, что помогаете нам оплачивать наше жилье для съем квартиры, за то, что обеспечиваете нас необходимым, помогаете наших детей, наши семьи. Мы вас за вас молимся, благодарим и благословляем. Спасибо вам большое. Здравствуйте, меня зовут Марта Дарья, это моя дочка Руфа. У нас в стране война в Украине, и мы бежали от войны, приехали в Испанию. Находимся сейчас здесь, в еврейской мессианской общине. И хотим выразить свою благодарность еврейской общине и Chosen People, которые оказывают нам помощь. Огромное спасибо. Шалом. Мы приехали из Киева. Убежали от войны, сейчас находимся в Испании. Вот. Благодарим за оказанную финансовую миссию, за оказанную финансовую помощь. Chosen People Ministries. Аминь. Шалом, меня зовут Милошенко Анна. Я служитель в еврейской мессианской общине в городе Харькове. Из-за войны мне пришлось приехать в Испанию, в еврейскую мессианскую общину. Сердечно благодарю за поддержку и материальную помощь миссию Chosen People Ministries. Я Лидия Пантелеймоновна, живу в Житомире, пенсионерка. Я очень благодарна миссии «Избранный народ». Благодарю Бога за вас, за вашу помощь. Я получила дважды финансовую поддержку. Из-за войны у нас определенные трудности. Я очень благодарю вас за поддержку, реальную поддержку. Спасибо вам большое. Пусть вас благословит Бог. Спасибо. Доброе утро. Спасибо Богу. Мы находимся в Житомире. Мы с Николаева, моя большая семья, мой муж, моя мама, сестра, отец. Большое спасибо миссии «Избранный народ» за финансовую помощь. Мы получили дважды по 400 гривен, 8 человек, это в общей сложности 6400. Наш дом, мою работу обстреляли, мы временно находимся без работы, без финансовой поддержки. Мы вам очень благодарны, спасибо огромное. Еще раз спасибо, пусть вас Бог благословит за финансовую помощь нам. Аминь. Аминь. Семья Краузе, это мой муж. Сейчас у нас в стране военное положение. Мы находимся в городе Житомире. Мы благодарим миссию «Избранный народ» за то, что она нас поддержала, выделила нам деньги в размере 1600. Мы благодарим всех и благодарим Бога. Спасибо. До свидания. Я Сухевская Людмила Васильевна, проживаю в Житомире. Я пенсионерка. В связи с тем, что у нас идет война,
у нас появились финансовые трудности. И я благодарна Богу и миссии «Избранный народ» за оказанную мне финансовую помощь 800 гривен. Спасибо большое. Да благословит вас Господь. Я Регинель Галина Павловна, пенсионерка. Из-за военных действий нам финансово очень тяжело. И я получила помощь от избранного народа 800 гривен. И я благодарна Богу, что этот народ нас благословляет. Добрий день. Ми родина Хмельовський з міста Житомира. Хочемо подякувати за допомогу в розмірі 1600 гривень місії «Избранный народ». Благословіння вам. Благословіння вам. Шалом, меня зовут Геннадий Гладцовский, я являюсь раввином еврейской мессианской общины города Харькова. Хочу кратко рассказать о себе. Когда начались боевые действия, я принял решение не оставлять город, не оставлять общину, а продолжать служение здесь. И сегодня вот только что, по милости Божией, мы провели очередное шабатнее служение. У нас уже фактически был полный зал. И я бы хотел представить членам нашей общины, сестер, служителей, которые оказались в очень трудных обстоятельствах. Это Оля, это Светлана. Оля, может, ты скажешь пару слов? Шалом, дорогие друзья. Я очень благодарна Господу, что в это трудное время мне была оказана серьезная помощь. Геннадий Исакович помог мне выехать из зоны боевых действий, из горячей точки, когда обстреливалась наша Салтовка, обстреливался непосредственно мой дом. У меня сейчас разрушена квартира, в которой практически нет ее. Поэтому я очень благодарна Господу, что действительно Господь все усмотрел. Рэба остался здесь, и огромная помощь идет через него для меня, для моей семьи. Он дал нам кров, и мне есть где сейчас остановиться, где жить. Поэтому слава Богу, что в это время Господь все усмотрел. Слава Богу, спасибо большое. Да, Оля, служитель прославления. Это Светлана, она региональный руководитель. Светочка, может, ты тоже скажешь пару слов? Тоже скажу, Северная Салтовка, тоже Салтовка. Это Салтовка, да, немножко другая, но тем не менее, это окраина города. Там были сильные обстрелы. И, в общем, в один из дней мы приняли решение, когда была очень, очень сильная бомбежка, попросить Геннадия Исааковича о том, чтобы какую-то помощь нам оказать. И была оказана помощь. Мы приехали в церковь, да? Да. Вот церковь, где сейчас находимся, и мы получили очень большое благословение тем, что действительно была оказана нам эта помощь и внимание, и мы очень благодарны за все, что нам сделали здесь. И я хочу поблагодарить также моего друга Бареха Гольдина и миссию Choice and People Ministry, тоже за оказанную нам помощь. Спасибо вам большое. Благодарны очень вам, и пусть Бог вас тоже благословит, как говорит Тора, благословляющие это будут благословлены. Шалом. 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 Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Александр. Я из города Харькова. По профессии я курьер. Я очень люблю свою профессию. И во время войны Бог расположил мое сердце помогать одиноким, инвалидам и людям, которые потеряли жилье продуктовыми наборами. И я благодарю Бога и, в частности, миссию Chosen People Ministries в лице Бориса Голдина за то, что они предоставляют нам продукты. Да благословит вас Господь и сохранит вас, и даст вам по богатству славы своей в союзе с Мессией Ишуа, Господи нашим. Амен. Шалом, мои друзья. Меня зовут Маргарита Белкина. Я, так же, как и всем, нуждалась в помощи, чтобы Господь помог. Была 45 дней в оккупации, и не было возможности даже выехать, потому что все перевозчики просили денег, чтобы вывезти. Когда, наконец, я нашла деньги и смогла выехать, я вернулась в Харьков, а там бомбежки.
Поэтому нуждалась и в продуктах, и в финансах. Не работаю, работы нет. И я еще не пенсионер. И я очень благодарна Александру Сергеевичу, который предложил помощь. Благодарю помощь от Бориса Голдина и миссии Chosen People Ministries. Я благодарю тебя, что мне оказали эту помощь. И финансовую оказали, и продуктовую, и на медикаменты. Спасибо. Мир вам, братья и сестры. Меня зовут Юрий Москаленко, мне 48 лет. Я женат. Жену зовут Люда и дети Давид и Аня, 20 и 18 лет студент. Я руковожу мессианской общиной «Один путь». Мы проводим служение в Ржищеве и Балыко-Щученке Киевской области. В нашей общине 15 человек. У меня инвалидность, постоянно работать не могу. До войны у меня были небольшие подработки. Я еще занимаюсь сельским хозяйством по самочувствию. А сейчас без работы. 18 февраля, перед началом войны, после тяжелой болезни, мы забрали из больницы сестру моей мамы, Екатерины Семеновны. Она вдова, и у нее нет детей. Она была полностью прикована к постели. Полтора месяца она лежала в больнице. У нее был ковид, воспаление легких. 3 недели она провела под ИВЛ в реанимации. Кровотечение, гемоглобин 58. Подозревали рак сегментной кишки. Она полностью утратила способность ходить. Сильно ослабла и похудела. Врачи выписали ее домой на наше попечение, а фактически умирать. Они не давали никакой надежды. Ухаживать за ней физически было очень тяжело. Началась война. Мы оказались лежачей сестрой моей мамы на руках, практически без средств к существованию. У нас остался только один путь – молиться Богу. И Бог услышал наши молитвы. Брук Голдин предложил помощь. Мы получили материальную поддержку. Мы смогли покупать продуктовые наборы для братьев и сестер нашей общины. Купили все необходимое для лечения Екатерины Семеновны. Слава Богу! К началу апреля она стала ходить своими ногами. К 29 мая Екатерина Семеновна значительно восстановилась в свои 82 года, даже помогает нам на огороде. Когда бои начались под Киевом, мы живем к югу от Киева, в 80 километрах. Многие люди приехали в Ржищев и Балыко-Щученку, убегая от войны. В это время население в нашем районе увеличилось 4 раза. У нас было относительно тихо, если не считать канонаду от взрывов на полигоне, который находится недалеко от нас. Самолеты, вертолеты в небе, пролетающие ракеты над нами даже сбили несколько ракет. К нам тоже обратились беженцы из-под Киева за помощью пожить, найти ночлег, пока были военные действия под Киевом. Мы потеснились в один дом и приняли еще 10 человек, среди которых 4 маленьких детей. Помощь, которую передал нам брат Барук от миссии, оказалась бесценной. Мы могли разделить еду с нашими гостями. Мы благодарим за вашу финансовую помощь и за ваши молитвы. Мы также молимся, чтобы Господь благословил вас. Мир вам! Шалом, хаверим! Меня зовут Сергей. Я являюсь раввином мессианской общины Сион города Львова. И хочу искренне от всей души поблагодарить организацию «Избранный народ» за оказанную вами помощь в принятии переселенцев, беженцев, которые в связи с войной на Украине вынуждены были бросить свои дома, свои города и искать убежище как на Украине, так и за границей. Благодаря тем материальным средствам, которые вы присылали, мы смогли оказать помощь многим людям, которые уезжали за границу, также приютить людей, которые остались в городе Львове, потому что не могли выехать в связи с тем, что семьи мужчин не отпускали. И мы покупали продуктовые наборы, оказывали денежную поддержку, сняли квартиры, оплачивали коммунальные услуги. То есть сами бы мы не справились с этой задачей, но благодаря вашей миссии, слава Богу, все получилось.
все люди оказались обеспеченными, вот, покрыли все их нужды на сегодняшний момент, за что и примите глубокую признательность и уважение. Спасибо большое за ваше усердие, неравнодушие, и пусть Всевышний благословит и восполнит во сто крат все ваши усилия, старания и материальную поддержку. Спасибо большое.